поводу музыки, которая будет звучать, эта музыка достаточно эксклюзивна. Хотя вы услышите массу знакомых элементов, но кое-что для широкой публики новое. Древненовгородские гусли, сделанные в граффити, или граффитовый же Chapman Stick, или вот новая клавиша под названием Rolly Seaward, тоже, в общем, достаточно актуальная такая опция для людей, которые любят быть на сцене в минимальном составе, ибо ругаться не с кем, и есть определенный кайф от того, что ты владеешь фактурой, полифонически мыслишь, хотя это сопряжено еще с элементами русской анархии, вы это тоже заметите, но к этому нужно относиться спокойно и понимать, что наша жизнь фрактальна, она отличается от западной, которая любит порядок, может быть, даже чрезмерно, хотя в Европе сейчас эту фрактальность ощутили не понаслышке, как бы о собственном опыте. Однако мы в любом случае уже начинаем, и я счастлив представить своего партнера, друга Александра Брагина, который нам сегодня будет играть на барабанной установке. Через пару минут мы начнем в таком свободном режиме.
Thank you.
Thank you.
Там я
Сдержимы был до великой бури меч, а его Владимир был до самой зонты, юный колыбай.
Yeah.
Поехал, поехал казак на чужбину, далеко до добра, и он коне своем родным. Ай да ну свою, we'll be right back.
первым на улице все как бы сделались. А не на хленом разуме. Вот они все на фарскостами съемных остались. А не на все, которые чем. А один тогда добрый свет Никите Ильич, он и не пьета. И не выхвастывал. Говорил, вот князь достойно киевской, что же все-то у меня теперь расхвастались. Один век ты, Добрыня, сын Никите Ильич, ты не пьешь, да и мне не хвастаешь. Ни имения, ни богатства. Только есть одна по нраву молода жена, Настасья Свет Микулишна.
We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
Спасибо, Александр Брагин, вашим услугам. Спасибо огромное, что вы пришли в этот, можно сказать, праздничный вечер к нам. Мы это очень ценим. Ну и в заключение одна песенка про старичишка, у которого нету зуба, но он еще не дал дуба. Thank you.
Спасибо, спасибо огромное за ваше внимание, за ваши аплодисменты. Для вас сегодня играли Александр Брагин и ваш покорный слуга. Кстати, а... Гриц!